Привет, народ! Пока вы все плющите харьки, скорее всего, на мягких подушках, мы с Наташкой решили сегодня прокатиться на великах. Потянула ее, короче, на речной вокзал. Вон она там сейчас. Вот мы тут остановились, много качелей. Парк около речного вокзала. Вот малышек захотела качнуться. Утро начинается с качалок. Да? Я в девочек. Сегодня день девочек. А, да, сегодня еще день девочек. Мама родная. Маленьких, вот таких вот, что ли? Сейчас прохладненько, 12 градусов. 11-12 градусов. И покатили мы по парку Дружбы в легком темпе. Сухой листвой пахнет. Остановились мы все-таки. Малыш не выдержал. Ну и что мы там увидели? А, малышек? Столько красивых мест, вообще замечательных малышек. Смотри, как она свисает в воду прямо, а? Наташку застопорила. Не знает, куда ехать. Никак не получается просто так проезжать мимо красивых мест. Краски осени заставляют нажать на тормоз и наслаждаться красивыми моментами осени. Вот какие фотки у нас получились, пока мы катались в парке Дружба. Итак, накатавшись по парку Дружбы, мы поехали в сторону речного вокзала. У нас снова задержка в пути.
На другой стороне Ленинградки в парке нас встречают белки. От Наташки, наверное, за версту орехами пахнет. Давайте закапывать, давайте, давайте. Ножик Наташки. После кормежки белок нужно обязательно постоять около фонтанчика. Новый бордюрчик, новый асфальт. Травка зелененькая. Все обновили. Осеннее солнышко пригревает все больше, становится теплее. Да, и народу становится все больше. Выходной есть выходной. Вот мы и добрались до Северного речного вокзала. Итак, вокзал после масштабной реконструкции открылся. Нашему взору открывается обновленный внешний вид с колоннами, с большим шпилем в центре и центральной лестницей. Новые асфальтовые дорожки, новая плитка, лавочки, освещение. Смотрите сами. Предлагаем вам вместе с нами немножко катануть по набережной. Малыш, 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 ты куда втопил, малыш? А вот этот ручеек – это канал Москвы, показанный как бы в миниатюре. Накатали мы уже прилично, поэтому нужно сделать перерыв и как бы зайти и перекусить в кафе. У нас перерыв. Перерыв в кафешке. Ждем-с. Когда стол будет заполнен, да, малыш? Мы заказали целый шведский стол. Шутка.
Вкусно подкрепив себя вкусными калориями, оставив чаевые, мы рванули дальше. Конечно же, мы решили подняться на здание речного вокзала. Как так быть на речном вокзале и не посмотреть все с высоты? С одной стороны вид открывается на Москва-реку, с другой стороны вид на парк, ну там, где мы кормили белок. В общем, ближе к вечеру народу набежало на речной полно. Ну а что, погода хорошая, и сам вокзал после ремонта открыли недавно, почему бы не погулять? Вот такая у нас получилась интересная прогулочка. Напоследок, как всегда, фотографии. Приходите гулять на Северный речной вокзал. И всего хорошего, до встречи на нашем канале.